Посольство России в Перу проверяет информацию о погибшем в Андах альпинисте. Предположительно, это россиянин. Как ранее стало известно, во время восхождения на одну из вершин горного хребта Кордильера Бланка в Перу погибли трое. Александр Мазнев и два чилийца. Они попали под лавину. Спасатели нашли тела в расщелине. Сейчас проводится операция по их подъему. Туристы пытались самостоятельно покорить гору в удаленном районе без профессионального проводника. По информации российских дипломатов, у погибшего Александра Мазнева было также американское гражданство.